Оригинальное новшество в Новгородском университете. Студенты теперь смогут заработать дополнительные баллы за активность в социальных сетях. В НУГУ будут поощряться публикации о жизни вуза. Можно ли таким образом заработать на повышенную стипендию и будут ли брать в расчет и отрицательные отзывы, узнала Татьяна Баркова. Теперь получить дополнительные баллы студенты смогут за публикации о жизни университета в соцсетях или на сайтах. Сумма баллов будет зависеть от количества знаков в тексте и числа просмотров. С таким предложением выступили представители студенческого совета. В вузе инициативу поддержали. У нас много ребят работают в информационной сфере, много делают постов, но это их как бы работа, которая занимает время, в рамках общественной стипендии никак не оценивается. Я понимаю, что это немножко нечестно по отношению к ним, поэтому задумались над этой проблемой и ее решением. Те студенты, которые в течение года набирают наибольшее количество баллов за различные достижения, получают повышенную стипендию. Активность в социальных сетях теперь может в этом помочь. Самый часто задаваемый вопрос среди молодых людей – будут ли зачисляться баллы за негативный отзыв об университете. В соцсовете решили, что за такие посты баллы начисляться не будут. Получается, человек написал все в негативном ключе, и он хочет прийти и сказать: давайте платите мне стипендию за это. Никаких новшеств, по словам проректора по воспитательной работе, в университете нет. В правилах порядка назначения государственной академической стипендии об этом есть отдельный пункт. В 9-м пункте есть подпункт «Б», который гласит буквально вот так. То есть систематическое участие студентов в течение года в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета. Просто раньше в НУВГУ этот пункт не был регламентирован. Теперь же есть четкий порядок получения баллов. Заработать повышенную стипендию только за публикацию постов в течение года практически нереально, ведь очков зачисляется совсем немного. Но в дополнение к другим достижениям это может стать неплохой надбавкой к общему количеству баллов. Татьяна Баркова, Андрей Константинов, новости Новгородской областной телевидения.